Как вы оцениваете события на Украине? Так же, как и все нормальные люди. Правильно сделали, что начали операцию. И первое время я, например, даже вот, когда мы обсуждали это, мы приходили все к одному. Вот почему мы не сделали этого раньше? Ну, со временем все стало очевидно, почему не сделали этого раньше. Просто не могли этого раньше сделать. Так что все правильно. Переживем, проживем.